Ну а сейчас вы готовы? Как вы будете ходить зимой по улицам своего города? Как вы будете сосчитать свои прекрасные модели с вашей обуви, сапоги Лоррейн? Вот она, яркая зима к нам пришла. Действительно, очень яркая зима. И это не повод отказываться от яркой обуви. Даже если вы любите классику, вы любите черный цвет или темно-синий, украсьте свой образ, например, яркими сапожками. Кстати, дорогие друзья, мы хотим представить вашему вниманию 5 цветов на выбор. И это прекрасно. Начинаем мы, конечно же, с классики. У нас был один черный цвет, и он был настолько популярный, классика черный и белый, что вы просили расширить нас палитру. И посмотрите, какие оттенки у нас появились. Черный, сиреневый. Молочный цвет, обратите внимание, это цвет слоновой кости. Яркий красный выбор нашей Лали и белоснежный, как снег. И это сапожки Лоррейн. Встречайте, это сапожки на осень-зима. Это сезонная обувь. Я, как ваш персональный стилист, рекомендую вам не ограничиваться одним цветом. Возьмите черный базовый, украсьте себя либо ярким фиолетовым, либо красным и возьмите один из двух светлых оттенков. Свет, мне кажется, сейчас многие наши телепокупательницы почувствовали себя как ребенок в кондитерской. Глаза раздвигаются, каждый цвет красивый, хочется просто все взять в одну охапку, ведь цена-то позволяет 1399 рублей. Не упустите свой шанс познакомиться с телешопингом и узнать, как это удобно, практично и безопасно. Но хочется спросить, мы говорим о зиме, при какой температуре мы можем носить наши сапоги? Ну что ж, мои дорогие, я хочу вам сказать, во-первых, о том, что это зимняя обувь, ее можно носить как осенью, так и зимой. При минус 15 градусов вам будет очень комфортно. Обратите внимание, что внутри у нас качественный утеплитель, а внешняя сторона – это эко-кожа, которая, кстати, не теряет своего внешнего вида даже при минус 25-30 градусах. Вот она, посмотрите, морозоустойчивая находка для тех, кто никогда не делал покупки дистанционно. Пришло ваше время. Попробуйте, сделайте заказ. Если вам не понравится цвет или не подойдет размер, вы в любой момент можете его обменять или вернуть свои деньги. Все безопасно. Конечно же, это приятно. Делать покупки дистанционно, не тратить свое время на лишние поиски, но при этом получать удовольствие. 25 миллионов, 10 миллионов семей смотрят телеканал Shop & Show, и тысячи новых клиентов присоединяются к нам каждый день. Присоединитесь и вы, сейчас ваше время. Свет, ну я хочу спросить, у нас 5 цветов, но разные модели. Да, действительно, и сейчас давайте начнем с черного цвета. Вы видите здесь сочетание текстильного полотна и лаковой эко-кожи. Это первая деталь. Дальше давайте посмотрим на сиреневый цвет. Тот же самый состав. Верх – мягкое текстильное полотно и эффект лакированной кожи. Молочный цвет – то же самое, текстильный верх. Он напоминает даже мягкую бархатистую ткань. А низ у нас эко-кожа под лак. Ну, а в красном цвете у нас идет уже совсем другой дизайн, другое решение, то, о чем мы говорили. Водоотталкивающая пропитка. Это тоже текстильное полотно, но вверх уже с водоотталкивающей пропиткой, напоминающей плащевую ткань. А низ изделия, вы видите, эко-кожа под замшу. Давайте посмотрим на белый цвет. Та же самая текстура, плащевая ткань, водоотталкивающая поверхность и замша. Арин, знаешь, что мне нравится? Это, конечно же, элемент застежки. Посмотрите, вам не нужно будет долго нагибаться. Вам будет очень комфортно. Вы просто вдели эти сапожки Лоррейн, они сели по вашей ножке, и вы их зафиксировали при помощи специальной липучки, как называют в простонародье наши модницы, и сзади также есть фиксатор. Обратите внимание на то, что вы всегда можете сделать их даже покороче. Всего лишь навсего отверните их, и ваши сапожки превращаются в более короткую модель. Вот оно, интересное решение для зимы, для того, чтобы сохранить свои ножки в тепле, но и не забывать о силе. Все это признаюсь сразу. У моей мамы есть похожая модель. Она говорит, лучший вариант на прогулку с собакой, на поездку для дачи просто не найти. Действительно, в этих сапожках наши модницы могут гулять даже по городу, дорогие друзья. Обратите внимание на то, что наши модницы выбирают не один цвет. Я помню лично себя. В молодости я носила такие дутики, сапожки Лоррейн и была безумно счастлива. Во-первых, очень удобно. А во-вторых, обратите внимание на нашу колодку. Высота ее 2,5-3 сантиметра. А это значит, что даже в такой стильной обуви
не на каблуках, мы будем с вами на высоте. И главное, что наши ножки еще и не замерзнут до минус 25 градусов. Это абсолютный хит сегодняшнего дня. Яркая цветовая палитра. Выбирайте свой цвет и заказывайте. Телефон для вас абсолютно бесплатный. Главное только успеть.